Теперь получить свидетельство на перевозку домашнего животного стало проще. В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис, упрощающий оформление ветеринарного свидетельства формы номер один для перевозки питомца. На региональном портале госуслуг можно выбрать ближайшую клинику, подобрать удобное время для визита или вызвать ветеринара на дом. Специалисты при такой записи могут заранее создать проект документа, чтобы сократить время посещения. Услуга предоставляется бесплатно. Результат направят в личный кабинет заявителя. Срок получения ветеринарного свидетельства – один день.